Вещи с мамой. Да, я не стал это говорить, чтобы не это был козырь. Это я разыграл. Увы, жизнь такая, что приходится жить. И главное, чтобы было где жить. Так. Я думаю, Дима на это не обижается, да? А чё мне обижаться, когда ты живешь с человеком? С семьей. С человеком. Разве семья может быть плохо? Так сказал, как будто же. Как будто не все. Да, не все люди здесь, да, типа. Не, ну он имел в виду с человеком. О-о-о, смотри, на территорию Брета не побежал. Я не вижу ничего плохого. Сейчас я разобью ее. Наоборот, в такие времена, как сейчас, надо всем родным держаться поближе. Мам! Иди ко мне. Держишься поближе. Шутил. Черт! Австриец сейчас разобьет моих этих протестантских мятежников. Я их холил и лелеял. Я их жалел, я их любил. Даня, а несколько лет еще подождешь? Сколько? Ну, года 2-3, пока с Гюной войну закончу. Да блин, у меня плотно же все нанялось. О нет. Сейчас ты посмотришь, тогда еще полгода. Пока не соблю какую претензию. Ну окей, давай. Ты что там, хочешь проглотить год полностью? Кого? На что ты там фабрикуешь? Да нет, только одно промо на Ливоне, чтобы был повод напасть. Ты ж там смотри, если можешь посольство построить, то это плюс один дипломат и плюс одно отношение. Будешь на грани с тобой, когда у меня будет уже Молдавия, Польша. О, я не успеваю помочь смотри, своему, слушай. Смотри, у Ливонского ордена сейчас разочарование. И 14 тысяч рекрутов, а у... как там? У Ливонского, ой, у Тевтонского ордена... сколько? 7 тысяч. То есть не так много. Только не говорите, что они меня и в этой битве разобьют. Это месть. У тевтонцев 7, да, а у да ну нафиг. А у ливонцев 6. Меня в двух битвах разбили, и я не знаю, в чем проблема. Плюс река. Да ладно, ни о чем. Тогда тебе придется сидеть. У меня 20 тысяч выступили. На своих островах. Но это не такая душа плохая новость, потому что... все британские острова, базовому налогу, в принципе, сравнимы с той же Испанией или Францией. Просто, Испанией, да, но... да, да, тут просто что-то как-то непонятно. Я как предлагаю поделиться. Не понимаю, у меня те же самые технологии, как у них, но у них... Да, у них идеи. Я возьму себе Мемель, Венден. Ой, меня сейчас тут, я сейчас тут всю армию потеряю. Испанию. Ты себе возьмешь этот Кингсфорд, Эзель, Ревель и Нарву. Эзель, правильно произнесу. Смотри, на что у меня претензии, на Мемель и на Эзель. Какой-нибудь... Оу, а они теперь от меня хотят, чтоб я... Ну а вместо Мебеля не хочешь взять тебе Кингсфорд? Да еще чего. Ну, еще много чего. Смотри на мой лимит армии, Саня. Не хочешь? Завидуй Британии. Обсосный. Я уже пулеметы изобрел. Молодец. Потягаемся? Вранье. Давай. Так, главное сейчас увести и сохранить армию. Я, короче, отсосал в этой войне. Молодец какой. Короче, вся империя нагрелась. Каждый союзник за себя. И... Литва, контроль над папской курией. Ну, конечно, папа у тебя там чуть ли не на острове живет. На острове. Сейчас нужно думать. Папа, привет. Ты моя сучка. Ты теперь ее можешь тягать туда-сюда. О-о-о.
Выплачивать доход Голландии, закончить вассализацию, освободить державу. Все, лет через 20 у меня вообще не будет ни православных, ни суннитов, никого. Мне нужна помощь. Только католики. Почему чертова пауза не ставится? А затем устроим геноцид всех не литовцев. Да ты прям хочешь весь мир завоевать. Мне кажется, тебе имеет смысл все-таки закончить вассализацию Британии, потом ее заберешь обратно в следующей войне. Они все, они хотят от меня вообще развалить полностью. А, простите, что значит хотят полностью развалить? Ну, они хотят еще, чтобы я освободил эти все государства ирландские, платил им еще деньги. Да ну? Нет, они вряд ли у них такой счет будет. Нет, это все стоит 79 счетов. Я просто нажал. Просто жди войну, окончание войны. Я там счет будет. Выйдешь просто, скорее всего, на репарации и заплатишь там 500 золотых. Я сейчас главное сохранить армию и убежать отсюда. Я поэтому ее во Франции не хочу. Как там? Долго еще. Они гонятся за мной, они преследуют меня. Они гонятся за мной по всей Франции. Отпустите, я не виноват. Не думал, что британские бравые солдаты будут бегать. Вижу небо в облаках, у луги дыра в штанах. Эу-эу-эу-эу-эу-эу. Стоять. Мы потеряли игрока. Кого это? Бендер. Угу. Помогите, отпустите, не надо. Так его не это надо. Это словно, знаешь, можно включать. Перефразировать. Это Жанна Д'Арк бегает за англичанами. Вот проститутка. Они хотят меня убить. Так, Сань, посмотри, есть ли Влад в скайпе? Рашкивский. Ох, своенравный парень. У нас здесь 7 человек вообще. Все сбежали? Да короче, нафиг его, а. Да чё, сейчас посмотрите, чем он занимается. Перемирие у него. Мир у него. Спокойно все. Тишь да гладь. Феррара? Угу. Да, Феррара убежала. Он вылетел, походу. Ну как хватит присоединиться, давайте продолжать. За 3-5 месяцев не умрет. 3-5. Ну давайте, нет, чё, нет, продолжим. Нет, нет, не убивайте, нет, нет, не убивайте, я уплываю, не надо, пожалуйста. А Жанна Д'Арк таки достала французов. Вот пустышка. Британия, ты там со мной отношения улучшаешь? Нет, некогда. А ну, посмотрите, что там с Кайпи не появился, Влад? Да он что? Пишет, что дальше без него. Я все без хорошо. Меня дальше. Угу. Давайте, спускай. Вот, нравно, сам сказать не мог. Нет, ну, ты развалил Австрию, но она поднялась с колен. Кстати, мне очень нравится. Скоро империя вернется. Ну дал я тебе проход войск и что? Кстати, мне очень нравится внешний вид Австрии, такой симпатичный. Нет. Австрия, кстати, классная страна. В ней сейчас очень большие перспективы. Плюс у нее хорошая. Ёман убирали с Австрии, Германии, Швейцарию, Германию. Черт, кажется, эту армию я не уведу. Чехию, Германию. Ну ладно. И весь ЕС. Вокруг. А ну союз давай заключим. Зачем? Демон убирались. Ты хочешь побить Австрию? Не-не, я ее не побил. Как это? Кстати, у тебя аж лимит армии там, типа, давай. Да подожди, сначала у тебя эта армия есть. Кстати, вы ведь помнишь, мы разговаривали о том, что сейчас тут государство, как таковое, европейское, оно же типа не государственное предприятие военное. Да ты! Часто. Так сейчас... А чё пользоваться моей добротой? Давай-давай, повоюй, чё ты? А сейчас генцулерные... Ой-ой-ой-ой-ой, со всеми этими ребятами, что чё? Не-не-не, их всего-то 1060. Контролируют германский военпром.
У них, они всю свою армию собрали в Бреттоне, у них здесь 45 тысяч, и 22 тысячи австрийцев. Тебе ничего не угрожает. Вот мудохисты, а. Так а зачем оно мне? Спасибо. Да, ты как вообще посмел? Я престиж себе еще заработал. Ах ты черт. Вот купец, а. Я тебя поддержу, но не на этот, не в этой войне. Бегай. Не, меня все. Все, пошла, поехала война в высеченной империи. Давайте, ребят. Да они меня гоняют по всей Франции, они... Черт. Жанна Дарк свое дело знает. Лиги пошли. Кровь для бога крови. Лиги, мочите друг друга, развалите Германию. Я смогу полностью аннексировать Испанию. Кассилию. Да, слушай. Кстати, надо присоединиться к лиге. Французы. Бегите на корабль, или они всю мою армию сейчас убьют. Кстати, кстати, впервые вижу лигу, будет интересно сейчас смотреть. Сейчас, корабль. Богеми лидер протестантов. Бегите. Мне даже, жалко, что... Мне даже жалко, что брат его корабли вести. У меня есть корабли, я хочу, чтобы они отступили на корабль. А, так ты подведи их в последнюю незахваченную... А, нет, уже, там уже стоят войска. Да. Все, спокойно, пускай воюют. Повоевал я. Имперские мандавошки меня запинают. Да отпусти меня! Я ни в чем не виноват! Отпусти меня, австриец! Я ни в чем. Рига разорвала союз с Польшей. Да, я бегу! Это уже хорошо. Бегу! Я смогу повоевать и с Ригой. Я бегу, кажется, я смогу убежать. Беги, Лола, беги. Run, Forest, run. Ты почти успеваешь. Стоп. Да, Жанна Дарк еще далеко. Так, стоп. Жанна, не че надо. Че у вас там за фигня происходит, а? Жанна, не надо, отпусти. Жанна еще не насытилась. Да. Жанна, да, ДСМ госпожа. ДСМ госпожа, отпусти. Она еще не намучила тебя. Жанна меня отпустила. Фух, я увел, я даже не верю. Ладно, все равно я войну. Жанна Дарк, она же канонизирована в Лиг Святых. Парни, давай. Ой, кто кого-то только не канонизировали, а? Лорандикус, а отпусти Грузию. Прям срочно? А он сейчас Ширван раздерет, их война. Ширван? Ну, ты справляешься, просто у тебя усталость от войны растет, это во-первых. Во-вторых, ну, всякие беды. Чтобы я мог присоединиться. Чего только для вас не делаю, господа. Ну, с нас причитается. Угу. 15. Тебе одного советника искать. Пока что я справляюсь. О, можешь с Арагорном подружиться, он как раз хочет. Мне интересно, и я еще не построил. Или с Францией? О, Франция хочет союзники, отлично. Да как вы вивали Францию? Да почему? Эдуард, ты офигел. Ничего. Он с Францией хочет союз. Да я не знаю, просто я... Не, а даже если он заключит с Францией союз, то что оно ему даст? А, пусть, кстати, заключит с Францией союз и тягает ее как шмоньку. Франция же от этого хуже. Кстати, да. Витя, наверное, есть тот человек, который придумывает название для порно на doikakh.com. Потому что такие слова, как шмонька, вот это только могут придумать там. Потому что я всегда захожу не столько посмотреть, сколько почитать, какие названия там. Шмонька. Он человек грамотный в этом смысле. Ну что вы от него хотите? Все, Франция уже не хочет союз. Так быстро? Расхотел. Это все Португалия.
Значит, значит, Витя не захотел унизить своего давнишнего врага, а значит, Османская империя — это днище, и вообще не стоит. Это все обман, чтобы набрать классы. Че же это? 50 тысяч! Ты против 50 тысяч не смог убивать ради своего друга и брата. Ага, передача. Сейчас мы эту передачу... Ну ты кидала. Заключил союз с кем? Не верьте ему, он бесчестный трус. Он кидает своих союзников. Ты про кого? На тебя. Я так фаст-кликал, да, так фаст-кликал, да, надеюсь, да, успею. Да. Думаю, ты сейчас заключишь и стас здравствуй. Все, сфабриковал? Да, все готово. А-а-а. Давай, так, сейчас да. призову его. А, ну ты сам расторг через просьбу о войне. Нет, я думал, что ты, ну, заключишь, да, выполнишь да. квест, да. и расторгнешь союз. Все, давай, обязательно. О, минус одна стабильность, о нет. Я так и хотел, но ты же знаешь, я слоубок. Да еще что сказать. Так что, если бы... Кстати, Новгород присоединился. Я уж думал, он перефаскликает меня, но... Чемпион фаскликал, он чемпион на то. Чемпионище ты наш. Тут 55 тысяч имперцев, и ты не смог их разбить. Стыд тебе. Нет, я не пытался их разбить. Они неверные. Неверные. Кривые мечи. Кривые. Они неверные. Нужно было их разбить, а ты... Всему вас осман учить надо. Поговори мне, неверная сам. Все неверные, пыль под ногами султана. Иншалла. Я лошара. Это правда. Ну, в общем-то, у имперцев войск столько же, сколько и у меня. Но у них традиции. И вообще у них что-то там. А чего они не вставляют свой этот комментарий по поводу? Имперцы? Нет. А ответить скорость можно? Про неверных. Сейчас я попытаюсь отхилить и попытаюсь сделать вторую высадку на материк. Не знаю, чем она закончится. Если я буду стоять на болоте, какой минус будет у нападающих? Зак, ты не знаешь? Что? Если я буду стоять на болоте, да. Вроде там особых минусов быть не должно. Жаль. Если они переходят реку, там да. Чуть-чуть опоздал. А ты что, войну? О, Померания восстал больше. Мне нравится. Стоп. Я что, один против всех воюю? Примите мой ангел спаситель. Убегай, я разобью их армию. Мне тупо просто рекрутов не было. Ну, в принципе, империя на меня не злится, конечно. Опять новый папа. Чего вы так часто меняетесь, а? Теперь моя очередь. Ой, ты чего? Мой папа. Смотри, Зак. Провинция Швеции, Фрисланд. О, круто. Угу. Как это? Давай, ребят. Чё-то я чувствую, что шейдов надо пиздить. Чувствует сердце мое. Да. Конечно, это да. Что ты там еще чувствуешь? Швеция с Польшей. Сейчас у меня есть, Зак, ты видишь? Погодь, сейчас, секунду. Угу, окей. Блять. Тут прям такая, знаешь, MLG собрались такие, типа, лига... Матершинников. Да. Прогеймин. Прокультуривайтесь. Прогеймин. Голубчев ЦИУ. Не. Я даже Лорандикус разрешу мужского персонажа взять. Только Елизавета, только хардкор. Все, новый рекрут. Полный пипец.
почему моя армия так долго ходит? Ставь на осаду грузинской провинции. Ну, сейчас они под это самое. Наемников можешь нанять парочку. Чисто для осады. Я и так в долгах. По уши. Ну, ты тихарь, конечно. Сейчас. В смысле тихарь? Ну, в смысле не говоришь об этом. Ну, спасибо. Будет больше, когда у меня восстановится. Прекрасно, регенство. Сейчас я усилюсь. А правителю всего 0 лет. Через 2-3 серии усилюсь. Захватить. Сейчас я буду ЗАГС смотреть. Стоит ли высадиться в Бреттани и надавать по щам Ганди? Или меня опять это имеет? Я не вижу, что в Бреттани. А, блин. Да там 28 тысяч ганс. Не, не надо. Не надо. Думаешь, мне надают? Конечно, они надают как? Они просто перейдут в провинцию, на которую ты будешь сажаться. Думаешь, они такие умные? В принципе, можешь поставить 25 тысяч первую партию на переход, и вторая партия должна подоспеть на подмогу. Но они, наверное, меня через Францию придут, австрийцы это будут. Да, может быть. Не, значит, наверное, не буду ставить. О! Финансовая реформа сэра Томаса Грэшема. Грэхэм. Там ше написано. Такой перевод. Я тоже думал, хэ, ну тут ше. Чё, пацаны, вообще, ребята, давайте мир. Там стучит ложкой. Кнут. Нет, ой, я принял, я нажал отменить. Я давно. Ну, покушал. Я ладно. Саня. Чё? Ах, ладно. Да и они не соглашаются, и у них счет, и они ни на какой мир не идут, и вообще, короче, я слез. Ничего. Ладно, сидим на островах, курим трубку. Мир. Никто нас не ждет на континенте. Я даже... Да как я так нажал? Я нажал отмена. Митя. Чего? Это просто фейспалм бьет голову. Чего-чего? Не надо столько мула. На наемников и на отдачу долгов. Нафиг тебе в долгах сидеть. То чувство, когда твой регенский совет был что у правителя. Классное чувство, наверное. Это он бетил еще один год. Никто не хочет у него принца. Через 5 лет. Бреттон тоже придется через 5 лет. Пять и 15. Просто сосайте. Сосайте. Как думаете, лучше административные идеи исследовать или нет? Это добрый молодцам урок, что если ты нападаешь на союзника императора, то лучше тебе вообще не рождаться. Да, лучше тебе вообще не рождаться. Ну, ё-моё. Сейчас справимся, не переживай. Жаба, помоги мне лучше. Мне нужно справиться. Чё ты вот не повоевал против империи, а? Это ж так клёво, это повышает самооценку. Секундочку, надо было, наверное, и повоевать. Сейчас я только мир заключу с одними лалками. Надо было бить империю, а ты... Йемен.
Шамар. А чё, можно? И это взять. И это заставить сделать. И... А Австрия может каким-нибудь образом обратно вступить в империю? Вряд ли. Ну кто стучит ложкой? Кнут, ну кто ложкой? Еще может там так долбить ложкой? Так он вообще не играет. Просто пусть выключит микрофон. Извините, ребят, это я. А без почвы на обиде. Слове замучило. Ладно. Секундочку. В следующий раз я постараюсь сделать еще 25 тысяч. И посмотрим, кто кого. Слушай, ну как они нагрели против меня пол империи? Понятно. Тебе понравилось это? Было два союзника, они нагрели 10 человек против меня. Так, бести начинается. Отлично, отлично. Хорошо, Голландия. Нафига вы взяли? Не обольщайся. Но если я нападу когда-нибудь на Фландрию, меня Франция убьет. Да не о чем, сидим на островах. Да? Так спокойнее, да. Да, ты увидел только что про скилл. Не, ну, в принципе... Да я тебе посоветовал нападать. Не, у меня своя голова, и я решил так, поэтому никаких обвинений. Надо будет вернуть Бретань, пока я не захавала Франция. Когда у нас там перемирие заканчивается? О, я снова... Претензии фабрикуют. В 75-м году, слушай, это так долго. Домер теперь будет православным. Православный есть. Ой, католическим. Католическим. Православия скоро не будет. Православный ей вперед. Ну, если только оставить их как своеобразную жалкую культуру в Молдавии. А, ты уже почти много кого перекрещиваешь? Ну, уже 8 провинций за 10 лет. Православие круче. Пофиг. Все ради отыгрыша. Я литовский оккупант. Я убиваю белорусов, русских, украинцев. Наоборот, ты не оккупант, ты объединитель. А, это теперь так называется, да? Двойные стандарты, все. Ну да. Можешь отписываться. Отписка, дизлайк. Угу, все дела. Стоп, а Витя тот человек, который меняет культуру? Изменчивые. Угу. Меняешь? Да. Менял. Кто вообще за осман меняет культуру? Осман. Не, только не я. А что плохого? У меня вся культура хорошая, никто не бунтует. Ну, ты меняешь культуру, тратишь очки. Блин, у кого-нибудь есть... Так если у меня их много, то чё? Немножко странный вопрос. Ты знаешь, кого... ты плохой осман, если у тебя много очков. Немного странный вопрос. У кого-нибудь есть советник баба? Да. Хочешь... Была, но нету. Сейчас. У меня вообще их нету. Женщины, женщины, женщины. А, военная женщина есть, да. Элизабет Глоусестер какой-то. У меня одни мужики. Ну, Честер. Да, это больше похоже на Честер. Чё он дает? Вербовщик. О, я знаю, чем он вербует. И чем? Обонянием. Чё-то на гону как-то ты... плохо. Чё, восстание? Да.
Да кто там встряхивает что-то? Ладно. Нам нужно исследовать Индию и вести экспансию против слабых людей. Хорошо сказано. А то против сильных что-то не получается. Не тащишь. Тащу, просто османы кинули. Вся надежда на них была. Запорожские казаки, рейтеры. Конечно, рейтеры. Да, у тебя никакой надежды на осман не было. Османы вообще тут не при делах и рядом. Я на тебя надеялся, а ты кинул меня. Кидала, типичная. Дани, ну как там? Ну, 23 счет. Еще одно проявление. Не знаю, настолько хватит. Империи было пофиг, когда... А Реви и Нарва занять не хочешь? Да я напал на них, а вот теперь она между собой мучится. А Реви и Нарва, Реви и Нарва не хочешь занять? У меня вот, смотри, Изель, на которой у меня претензии, и Мемель. Ну а Реви и Нарву не хочешь? Реви и Нарву? Ну далековато. Тем более у меня на Нарву нет, на Ревель. Ладно. На Ревель есть. Да, есть. У тебя долги есть, Али? У меня есть. Помогай. Есть долги? Нет. А деньги есть у тебя? Да. А ты нанимай наемников и захватывай территорию Грузии. Если тебе нужны будут какие-то деньги, я могу кинуть. Не-не-не, спасибо, пока что справляюсь. Бедствие. Барандикус, ты хочешь себе... Справимся. Стоп, тебе а зачем рогатая жабка власть джазом взял столько мало? Так я его вассалом возьму, я выделил у него вассала кучу. Так, Лугу теперь. Нет, это православный город. Католический. А скоро там будут литовцы жить, поживать, добро наживать. Да-да. А ты можешь потом Абхазию и Менгрелию меня отдать, чтобы я им эти провинции Черкесии взял? А Черкесия твой вассал, да? Да, откормлю их. О, есть провинции Менгрелия? Абхазию ты сам захватишь, когда я перемирие заключу. Хорошо. Тогда даже, ты возьмешь. Даже так мы сделаем. Я оттуда уйду. А это твоя армия тут, да? Ну да. Ну значит становись и забирай. Я знаю, чем заняться. Повоюю-ка я против индусов. Ты Гурус я возьми отсюда, хорошо. Ну что, Лорандик, смотри. Ты что будешь брать вообще? Сейчас короче пойдете. Так, только потом отдай мне Менгрелию, пожалуйста. Так, еще минус одна белорусская провинция. Хорошо. Если можно. Конечно, можно, нужно. Раз, два, три, четыре. Все, скоро лет, скоро белорусов не будет от культуры. Вообще. А почему я не могу сфабриковать претензию на индуса? Мне говорят, что нет провинции, на которой... А что ты говоришь? В принципе... Ревель и Нарва мне нужны, но тебе они сейчас нужны больше, чтобы ты мог Швецию спокойно побить. Я бы тебе предложил взять их, так скажем, в аренду лет на 70-100. А потом мне продать. Нет. Смотри. У меня претензии только на Мемель, на Эзель и на Ревель. Мемель и Эзель можешь спокойно забирать, а вот Ревель, скажем, вот только вот временно, лет там на 70-80. Ну давай, я тебе потом тогда его продам. Хорошо. Давай. Ну хотя подожди, если мне хватит очков. Так, а как сделать, чтобы вассал ушел с этой территории? И смотри, ты же твой же вассал. Эй, ты что делаешь, что ли, капитан? А он уже захватил тебя. А дать ты мне ее не сможешь. Потому Честно, что мы. У меня соперники. Потому что мы с тобой не в союзе.
Я так и не понимаю, почему я не могу. О, еда приехала. Какая еще еда? Которая полезет в его жирный, аппетитный рот. А у черкесии уже эти пацаны с винтовками, да мы походу с Османом только с копьями остались. Хотя у него один стрел, а у меня восьмой. Я жестко отстаю. Друзья, если вы забыли, у нас уже 35 минут. Ну сейчас закончим. Да. Ну, сейчас мы можем потянуть и не растянуть. Либо заканчиваем, либо что-то делаем. Ты хочешь еще одну серию? Мне-то пофиг, я школьник. Я лично за. Хорошо. Я за. Хорошо.